Михаил Мишушин в профессии уже больше 3 лет. В этом году ему выпала честь представлять самарский филиал компании «Т-Плюс» на соревнованиях профмастерства. К выступлению готовился основательно. Помогали коллеги со станции, которые уже становились лучшими по профессии. Все испытания будут пройдены на 100%, уверен Михаил. Здесь нету легкого, тяжелого. Здесь надо ко всему подходить спокойно, как говорится, головой. И тогда будет результат. Если запаниковать, результата никогда никакого и не будет. Как в нашей профессии. Электрик должен быть всегда спокоен. Этапы проходят в Самарском учебно-курсовом комбинате. После жеребьевки участники отправляются на испытания. Предстоит пройти 6 этапов. Проверяют как знания нормативной базы и правильной эксплуатации оборудования, так и умение ликвидировать нештатные ситуации. Один из самых волнительных этапов – оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае. Наши работники, они все грамотные люди, все обучаемые. Поэтому, естественно, мы для них каждый Новый год приносим, производим какие-то сюрпризы, которые они еще не знают, чтобы они не привыкали, так сказать, к обыденности, а были готовы ко всем неприятностям, которые возникают, чтобы как можно быстрее их ликвидировать. Победители соревнований получат шанс представлять компанию «Т-Плюс» на всероссийских соревнованиях. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.